Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 20 по 27 июля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов, и называется оно «Июльские прыжки». Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику «Кенгуру» 10 раз. Ну а для того, чтобы продемонстрировать эту технику, вам необходимо распрыгать автомобиль. Грубо говоря, вам нужно выполнить технику «Воздух» 3 раза подряд, в быстрой последовательности. За второе испытание можно получить 35 тысяч опыта, и называется оно «Сперва добейся». Чтобы его выполнить, вам потребуется перейти во вкладку «Соперники» и выбрать одного из них. Ну а чтобы пройти испытание, вам нужно победить этого соперника. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, и называется оно «Нет, я не Байрон». Для его выполнения вам потребуется найти знак «Опасно» – прыжок в Байроне. Ну а чтобы выполнить это испытание, вам необходимо заработать 3 звезды за этот знак. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, и называется оно «Не ищем легких путей». Для его выполнения вам потребуется автомобиль категории «Внедорожник». Ну а чтобы выполнить это испытание, вам необходимо завершить 3 гонки на внедорожнике. Ну а главный приз за этот Forza Phone – это Subaru Bred с бонусом на опыт. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Forza Phone, который стартует 27 июля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.